нормальные воспоминания, только доброта, любовь. 1 сентября, школа, 1 класс. В мороженый садик. На санках возила, наверное. Как заботилась, наверное, первые подарки, которые помню. Самый ценный совет? Ничего не бойся. Нет, сейчас скажу, сейчас пойду. Учиться в школе. Быть хорошим человеком. Только вперед. Я много советов давал. Просто быть самим собой. Быть честным и делать свое дело. Она говорила мне, не спой с тренерами. С праздником, мама.